Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня хорошая новость. Наш котенок уже практически здоров. Ну, можно сказать, здоров. Поэтому у него точечки остались на бороде. Поэтому он уже в окружении наших питомцев. Вот точечки на бороде. Ну, это уже не какая-то другая штука. Они уже начали исчезать, кстати. Это не лишай. Черные точечки были. Это вот Маша. Акне называется, по-моему. Смотрите, Маша его. Видите, он мокренький здесь. Она вот это место ему шампунем помыла. Короче, он уже практически здоров. Лишая у него нету. Весь оброс. Вон, посмотрите, какой оброс. Красивый котеночек. А вырос-то как вырос. То есть целиком мы его теперь уже не моем. А только иногда вот тут вот бородёжку. И он теперь отлично выглядит. Он уже весь зарос, у него нету нигде никаких проплешинок. Помните? Лапки были вот здесь. Вот уже все заросло. И на мордочке тоже. А за ушами, помнишь, было? Да, у него уши теперь самые пушистые. Раньше были самые лысые, теперь вон какие пушистые. Теперь очень пушистые. Сейчас он высохнет и будет полностью красивенький. Сейчас немножко мокренький здесь. У него хвостик распушился. А вы, котики, будете играть? Рыжик, печенька. О, рыжичек. Давай, рыжичек. Эй, дай рыжичку поиграть. Ну все, давай с кем-нибудь другим поиграем. А то ты же постоянно играешь. Спускайтесь вниз, поактивнее. Рыжик, не будь старпёром, давай. Старпёр. Ну, ему по человеческим меркам уже 45 лет, минимум. Рыжик, ты слышишь? Давай. Ты старпёр. Поактивнее, вон, смотри, как котенок носится. Он стар. Он суперстар. Может, ему тоже хвостик помыть, а то у него хвостик облечь. Да, кстати, тоже скоро тебе будем делать процедуру. Печи тоже очень активно играет, а сейчас что-то он не хочет. Печи, смотри, какая штучка. У печеньки очень важное занятие. Это вообще-то не. Да, покажи им, где раки зимуют. Ну-ка, давай. О, печенька тебя вылежит, поможет. Ты же не можешь себе бороду вылезать, а он тебе поможет. Видишь, он уже начинает драться, ага. Кусает, покусывает. Надо его, короче, это. Чик-чик его шарики. Вот эти. Чик-чик, да. Сделаем из них какую-нибудь поделку. Не надо. Типа этот крабик есть же такой, я видел. Делают крабик такой из шариков. Ну, очень всех любит. Да, Печь?
О, какая у них идиллия. Теперь они вот друг друга вылизывают. Ну это вообще... Массовая вылизывание. Красота. Наконец-то сбылась мечта печеньки. Рыжик такой так на них смотрит. Зачем вы это делаете? Иди повылизывай кого-нибудь. Сейчас он жидкость как вшипнет свою. Иди повылизывай, иди повылизывай. А у вас тоже котики умеют из-под хвоста, как скунсы, пшикать вонючей жидкостью? У нас вот рыжик обладает такой суперспособностью. Он вот так хвостик берет, вот так. И эта супержидкость всех завоняла. И все разбежались. Рыжик у нас самый особенный в мире кот. Никто так не умеет, мне кажется. Он говорит, ставьте лайк за мою суперспособность. Он постоянно вот это место, кстати, выкусывает. Вот это вот. Может, у него там что-то чешется? Там железы какие-то. Да? Нет, он говорит, лайк ставьте, лайк. Тех, кто будет хейтить у нас на канале, тех я обрызгаю своей жидкостью, сказал Рыжик. Да, Рыжик? Вот он уже готовит свою железу. Сейчас он вам пшикнет. Готовы? Хейтеры, подходите к экрану прямо сюда все. Рыжик показал класс, как нужно ловить. Он даже из рук у тебя вырвал. Рыжик-то профессионал. Рыжика сразу нервы, нервы. Сразу все чешется. Тип там, смотри, напушился. Лысенький хвостик напушился. Вот что это, добыча? Да, рыжика поймали, ура! И откусывают ему его шарики. А у него их нету, он хвостик хочет откусить. Рыжик, отпусти! Человек, лови его. Да, он, смотри, прям злится. Он думает, что у него зайца. Смотри, какой. Ого. Беличий. Ничего себе. Рыжик, ну-ка отпусти. Что за тигр этот лев? И че, ты будешь играть? Ч
Что-то печень сегодня неактивна. Рыжик раздухарился. Он, наверное, расстроился, что его назвали старпёром. Решил показать класс. Смотри. Ничего себе, хвостяра какой. Ты посмотри. О, он за ним пытается. Он сейчас свой хвост начнет ловить. Или нет, рыжик. Рыжик не настолько глупый, чтобы свой хвост ловить. Вот, он говорит, лайк, лайк, как я вам показал, да? Хвостик. Ага. А вы что будете сидеть? Давай, лови рыжик. Прям на него прыгнул. Это что было? Рыжик. Это чего? Не шипи на него, он же маленький. Что за тигр этот лев? Не надо его обижать.